Чего сразу не представились? Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну как? Проверили? Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он... Гипсом. Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше. Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план.